Полицейские Новоорского района спасли 30 рыбаков, застрявших возле Иреклинского водохранилища. Десятки любителей посидеть с удочкой оказались в снежном плену. При попытке уехать домой все машины, их было 15, попали в переметы. Рыбаки обратились за помощью в службу 112. На место приехали сотрудники госавтоинспекции. Младший лейтенант полиции Максим Перунов и старший сержант полиции Виталий Богданов. Вместе с местными жителями они организовали прибытие тяжелой техники и буксировку застрявших машин до автодороги. В результате все рыбаки смогли выбраться из снега. Они выразили полицейским искреннюю благодарность за оказанную помощь.